Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 октября в 6 часу вечера на 12-м километре автодороги Краснохолмский-Нефтекамск. Водитель 1988 года рождения вылетел с дороги, улетел в кювет и врезался в дерево. 33-летний местный житель, управляя автомашиной «Рено Симбал», двигаясь со стороны города Нефтекамск в направлении села Краснохолмский на участке дороги с поворотом налево, не выбрал безопасную скорость движения. Не справившись с рулевым управлением, допустил съезд и опрокидывание автомашины в левый кювет по хода движения. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится доследственная проверка. Уважаемые автолюбители, настоятельно просим вас соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности и безопасности окружающих.